Вопрос продовольствия актуален как в праздники, так и в будние дни. Важно, чтобы на столе всегда были качественные продукты и, главное, по доступным ценам. Такие товары сегодня можно купить в специальных торговых точках, на продовольственных ярмарках. Широкий спектр продуктов от отечественного производителя представлен и в Наманганской области. С ассортиментом знакомился наш корреспондент. Сегодня продовольственная безопасность, обеспечение стабильности цен на рынках и создание запасов особенно важны. В частности, сотрудниками Генеральной прокуратуры ведется масштабная работа в этом направлении. В связи с высоким потребительским спросом на продукты первой необходимости создаются все условия для бесперебойной и качественной продажи товаров на рынках. Со стороны главы государства поставлены конкретные задачи по снабжению населения всеми необходимыми продуктами питания и контролю цен на рынках. Мониторинг за этим ведется со стороны сотрудников прокуратуры и ряда ответственных органов. В области 14 рынков ведут свою деятельность по принципу «от поля к столу». Организованы мобильные ярмарки и специальные продуктовые прилавки по доступным ценам. К каждому рынку прикреплено ответственное лицо. Кроме того, создан телефон доверия. Главная цель – своевременное снабжение населения качественными, доступными по цене товарами и недопущение дефицита продуктов. Сотрудники прокуратуры и местного хакимиата оказывают предпринимателям и фермерам поддержку в целях реализации своей продукции на местных рынках. Например, в результате выделения субсидий были организованы торговые точки «Эльге Хазмат». Магазин «Эльге Хазмат» работает уже 2 месяца, и за это время цена не повысилась ни на одну продукцию. Кроме того, особый контроль ведется за качеством мясной продукции, поставкой необходимого объема и ее реализацией на рынках. Для обеспечения населения свежим мясом было привезено 400 голов крупнорогатого скота. Кроме того, у нас в резерве имеется 700 тонн лука, 1000 тонн картофеля, 300 тонн риса, 200 тонн масла. Данный объем резервной продукции позволит избежать дефицита продуктов первой необходимости. В целях продуктивной работы рынков сотрудники прокуратуры Наманганской области оказали помощь в создании складов вместимостью почти 2000 тонн, размещении 116 торговых прилавков, получении разрешительных документов для 6 предпринимателей и в ряде других вопросов.